В каждой образовательной школе по всей республике, начиная с 9 класса, будут организованы военно-патриотические классы. Данная работа будет реализована в два этапа. На первом, в следующем учебном году, в 2530 школах. А на втором этапе, через год, в 2536. Напомним, с 2020 года подобные классы были организованы в 56 школах по всей стране. По 4 в каждом регионе. Репортаж из Джаркурганского района. Района Сурхандаринской области. Сегодня в Джаркурганском районе Сурхандаринской области в 66 общеобразовательных школах обучаются более 43 тысяч учащихся. Всего в регионе было организовано 4 военно-патриотических класса Национальной гвардии, а к настоящему времени их число увеличилось еще на 3. В частности, в общеобразовательной школе номер 66 Джаркурганского района состоялась церемония открытия двух таких классов. В рамках мероприятия военнослужащими были продемонстрированы показательные выступления, специальная техника и оборудование. К тому же проведены мастер-классы по верховой езде и стрельбе из лука. Для обучения в специализированных военно-патриотических классах Национальной гвардии были отобраны учащиеся 7 класса образовательного учреждения. Созданы необходимые условия для обучения учащихся. Кабинеты оборудованы в соответствии с установленным порядком. В ходе организованного диалога рассказали о широких возможностях, созданных для подрастающего поколения в нашей стране, важности сохранения ценностей и традиций. Патриотизм – это верность своей родине, ее национальным ценностям. Для того, чтобы привить это нашей молодежи, в школе проводим различные духовно-просветительские мероприятия. Мы, преподаватели и родители, гордимся тем, что в нашей школе открылись классы Национальной гвардии. Военно-патриотический класс Национальной гвардии открылся и в общеобразовательной школе района номер 36. Здесь желающих вступить в ряды будущих военнослужащих также оказалось немало. У нас открылись классы Национальной гвардии, и я рад тому, что учусь в этом классе. В будущем также буду верен этой форме и буду служить на благо Родине. Буду стараться быть примером для младших товарищей. Обучающиеся в этих специализированных классах регулярно проходят уроки военного дела, совершенствуют свои знания и физические возможности. Это поможет им в будущем сформировать нужные навыки для поступления в выбранные им вузы.